Комплексные ремонтные работы на улице Кижеватова в самом разгаре. Перед специалистами Брестского ДЭП стоит важная задача. Территории от улицы Спортивной до Осипенко должны быть с качественным дорожным покрытием. Работы начались еще в конце прошлой недели, но уже сделано немало. В ближайшем будущем планируется произвести частичную замену дорожного борта, ремонт ливневой канализации, снятие верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с укладкой нового. Сумма средств на комплексный ремонт улицы Кижеватова составляет 210 тысяч белорусских рублей. Работы ведутся согласно плану работы, который утвержден Брестским горисполкомом. Работы на данном участке мы планируем завершить до 20 июня ориентировочно. Такой большой срок обусловлен еще тем плохим состоянием инженерных сетей, которые будем производить ремонт. После фрезерования устройства выравнивающего слоя займемся тогда еще ремонтом инженерных сетей. Плотный автомобильный трафик, который ни на минуту не прекращается на улице Кижеватова, на данный момент доставляет неудобства и ремонтникам, и автолюбителям. А потому работники Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия просят водителей перед планированием своего маршрута выбирать путь в объезд улицы, где производят ремонт транспортной артерии. На данном участке во вторник планируется укладка выравнивающего слоя. К жителям просьба отнестись к нам с пониманием, выбирать маршрут более-менее не такой затрудненный. Укладки асфальта будет немножко долго, так как протянем выравнивающий слой и начнем поднимать люки, дождевые колодцы на уровень верхнего слоя. Это тоже трудоемкий процесс, займет не один день. В дальнейшем, когда поднимутся люки на проектную отметку, будем вытягивать верхний слой асфальта. Уже через несколько недель жители улицы Кижеватова смогут самостоятельно оценить труды специалистов Брестского ДЭП, автомобилисты насладиться качественным дорожным полотном. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.